ежики, фрикадельки, тефтели, мясные шарики. Названий этого блюда множество, но это не меняет его неповторимый вкус и универсальность. Рассказываю, как приготовить ежики из фарша индейки с рисом. Мясную составляющую можно использовать любую: курица, свинина, говядина, телятина, индейка, утка и прочее. Рис также можно взять любой, в некоторых рецептах рис не добавляют, но мне с ним больше нравится, тем более, что благодаря рису ежиков получается гораздо больше, и они сытнее. Подаю их с любым гарниром или ем просто с хлебом. Список ингредиентов в конце видео. 1. В большую миску кладу фарш индейки, промытый рис, вбиваю яйца и по вкусу солю, перчу, приправляю смесью итальянских трав, перемешиваю фарш. 2. Делаю большие ежики, можно и маленькие, из миски беру фарш и скатываю шарик размером с теннисный мяч. 3. Укладываю все шарики в казанок или утятницу, смешиваю бульон с крахмалом и заливаю фрикадельки, готовлю 2 часа на медленном огне, тушу. 4. Готовые шарики посыпаю мелко нарубленным зеленым луком или другой зеленью. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится: фарш индейки 900 грамм, рис 1 стакан, яйца 2 штуки, соль, перец по вкусу, итальянская приправа 1 чайная ложка, бульон 4 стакана, крахмал кукурузный 4 столовые ложки, зеленый лук 1 пучок, количество порций 10-12. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Жду вас снова!